Всем привет, ребята! Это у меня сейчас будет влог. Сегодня... А что у нас сегодня? Воскресенье, сегодня Пасха. Но это по... Как сказать, я не знаю. Ну, типа Пасха в Польше сейчас, а у нас через неделю. Сейчас я вам покажу, короче, мой влог. Сейчас немного мое утро, потом обед и вечер вам покажу. Мы создали там группу, там где Мила, Ангелина, Кристина, я, короче, все есть, ну, почти, кто общается. И я сейчас, короче, там немного с ними поговорила, и сейчас хочу переодеться, потому что я только что переодела футболку. Сейчас одену штаны Nike и одела носки, потому что... Потому что мне нечего было делать, да. Я уже в мячик успела поиграть. Сейчас я пойду делать зарядку. И умываться, и потом завтракать. Я вам это все покажу. Погнали! Делать зарядку в шортах. Потому что на улице тепло. Все, открываем двери. Идем. Все, я вспомнил. Вот, это мид. Понял? Вот это вот мид. Вот это? А, вы типа разговариваете. Ладно. Окей. Идем. Где розовый? Зеленая трава. Ну, такая погода, кстати. Короче, вот такая вот у нас погода, тепло. Как обычно, пачку носки. Котик плясал. Ты плясал. Ладно, тебя трогать не буду. Я иду на поляну, а не на тебя смотреть. Вот, так что. Вот так вот. Какой красивый котик. Ладно, все, кушай, кушай, все. Ну, кушать надо было. Ладно, такая трава, короче. Вот это я делала фотку ромашек. Мне очень они нравятся. Посмотрите, какие ромашки. Надеюсь, меня никто со второго этажа не смотрит. Вот, короче, и тут они вот так вот выросли. Вот эту фотку я вот тут делала. Вот здесь все ромашки. Они просто обалдезные. Просто шикарный, посмотрите. Вот, короче, здесь мы играли в волейбол, короче, ну так. Вот. Ладно, окей. Погнали делать зарядку. Только я не знаю, где. Дайте вот это. Шарик. О, какой диван теплый. Офигеть. Лети, далекие края. Лети, 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 лети. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe, I'm so weak. I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Don't tell me that your love is gone. That your love is gone. Теперь я сейчас хочу пробежаться. Да. Пойду уже туда. Только надо одеть кроссовки. И надо взять мои кроссовки. Потемнело. Ну, короче, я дальше делала зарядку, но я это уже не снимала, вы поняли, в принципе, как я делала зарядку. Только там я еще сжималась. Короче, там разные еще упражнения делала.
Ну, сейчас одеваем кроссы. Смотрите, как прикольно. Но ведь бывало, что хана, бывало, что хамам. Ты разжигала мне на сердце флам, убивала нервы хам. Нормально. Так, все, выходим. Это, короче, у нас сетка такая. Пойдем такая. Могу открыть, чтобы мухи просто взяли. Ах, идем. Это прекрасно, просто. Вот. Кстати, я заметила, что я в роликах очень быстро вот так вот делаю. Буду стараться как-то так сильно и быстро делать, потому что вы не успеете смотреть. Могла сделать тут зарядку. Кстати, да, но мало места. Вот здесь. Сейчас пробью. Блин. Вот там вот можно, в принципе. Давайте попробуем. А там вот там просто лужи, но их можно отбегать. Давайте пробежимся 3 круга. Из-за того, что в пакете жужжит. Ладно. Tell me that your love is gone. That your love is gone. That your love is gone. Далеко и хоть тяжело, но мы соберемся, даже если замело. И не важно где, главное с кем. Если есть друзья, то нету проблем. Замело, завьюжило, замело. Разбываемся. Я в полной комнате, но я совсем один. Вокруг меня модели, как с картин. Чего ты пришла? Сейчас оденем Татинек. Я вернусь к вам. Все. Я вам, короче, к нас. Я забыла. Сейчас я иду чистить зубы, умываться и завтракать. Я нашла губку. Вот, ой, губка. Такая вот паста, которая отбеливает зубы. И она реально отбелила мне. Сейчас я почищу зубы, когда и тоже вернусь. Типа, по моему лицу все видно, что я умылась. Дальше я не знаю, что рассказать. Пишите мне идеи, которые вам интересны, я буду это снимать. Скоро выйдет комедия, ждите. Просто угарная комедия выйдет. Да, мы будем ее снимать сами. Я уже сделала обложку. Ждите, сегодня вечером выйдет комедия. На этом роликом пока что заканчивается мое утро. Я сейчас иду завтракать, дальше делать свои дела. И вот так вот, расчесываться и все так дальше. Так что ждите комедию.